Ну, а теперь можно вырезать лекало, по которому дальше будут размеряться все остальные детали. Ну вот, и первая сломанная фреза. Ну, фреза сломалась по одной простой причине. Не выставил систему координат по нулям в программе управления. И в связи с этим фреза углубилась в столешницу почти на 2 сантиметра. И при подаче ее просто оборвало и разорвало все. И сама пластмасса, естественно, тоже. И порвала, разорвала, пластмасса расплавилась. То есть ничего хорошего в этом деле нет.